Всем привет! Вот купил новый велокомпьютер Цик Плас М1. Он мне обошелся вместе с доставкой в $20. Не заказывал в Китае, заказывал внутри страны. Приехал, все нормально. Даже вот есть даже такой чехольчик симпатичный на всякий случай для него. Так, первый раз включил его. Ближайшие минут 5 он не сильно хотел искать спутник. Потом, когда нашел, стало все нормально. Ну, в принципе, сейчас я проехал свой стандартный трек. Так, частично по полю, частично по асфальту. В этот раз спутник нашелся сразу, без всяких проблем. На дисплее все довольно-таки четко показано. Есть возможность посмотреть в моменте, что происходит. Есть возможность посмотреть уклоны, сколько вниз спустился, сколько вверх поднялся. Можно посмотреть среднюю скорость, можно посмотреть максимальную скорость. В общем, достаточно удобная штука. Покатаюсь, буду рассказывать дальше, насколько хватает батареи, что еще можно сюда подключить. Да, кстати, снимается он, конечно, максимально просто. И ставится точно так же. Ну, поехали дальше. Всем спасибо.